Новый формат от белорусской гимнастики. Грандиозное гала-шоу стало кульминацией торжественных мероприятий, посвященных 30-летнему юбилею БАК. Впервые на одну сцену вышли представители 5 гимнастических дисциплин. Каждый номер – яркий спектакль, объединенный единой нитью – любовью к своему виду спорта. Большое спасибо ассоциации за все, что она организовывает каждый день, каждый час, за все эти 30 лет, за то, что я... часть художественной гимнастики, и мы работаем все вместе, и у нас обязательно будет еще лучше, еще круче, и все у нас впереди. Мне так нравится, что все вот 5 дисциплин гимнастики собрались в нашем зале. Это так необычно и непривычно, очень красиво, я уверена. Жаль, конечно, что мы не можем смотреть полностью шоу, ну сами вот как мы за кулисами находимся, но я уверена, что там творится просто что-то невероятное. Организаторы пригласили на трибуны юных спортсменов, а также тех, кто прославлял этот вид спорта много лет назад. Сложные декорации, живой оркестр, лиричные, эмоциональные постановки. Праздник гимнастики не оставил равнодушным никого. Новый оригинальный формат пришелся по душе и самим участникам, победителям и призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, этапов Кубка мира. Очень волнительно и одновременно классно, буря эмоций переполняет меня. Может, кто не следит за каждым видом спорта, за гимнастикой художественной, спортивной, за прыжками на батуте, они узнают что-то новое для себя. Каждый день рождения, конечно, такое, наверное, сложно будет делать, причем в таком во дворце гимнастики, потому что у них тоже соревнования много. Но каждые 5 лет, я думаю, проводились бы хорошо. Непростой путь к мечте, преодоление сложностей и препятствий – это то, с чем ежедневно сталкиваются спортсмены, приближаясь к главной цели – победе. А побед у белорусских гимнастов действительно много, особенно ярко публика приветствовала выступление наших олимпийцев, чемпиона игр в Токио Ивана Литвиновича и бронзового призера Алины Горнасько. Было очень интересно, почему нет, собственно, спортивной гимнастикой с аэробикой. Нам всем стоит друг друга чему-то поучиться, все мы разные, но получается единый. У нас все будет классно. Когда смотришь спортсменов по телевизору, то какие-то другие чувства. А когда ты их видишь вживую, ну, хорошие люди. Турниры в нашей стране всегда большое событие. Вероника Надольская долгое время живет в Санкт-Петербурге, но каждый раз приезжает в Беларусь на гимнастические старты в качестве волонтера. Я бы хотела пожелать Белорусской ассоциации гимнастики, конечно, процветания, всего самого наилучшего, чтобы победы не прекращались никогда. И мы на ковре видели новых звездочек. И вообще в целом здесь работают самые лучшие специалисты, самые лучшие тренеры, самая лучшая команда, поэтому я уверена, что успех будет всегда. Впереди у ассоциации много больших событий. В эти дни проходят крупные международные старты, легенды гимнастики, а через неделю стартует традиционный международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Ловач. Не пропустите!